Друзья, сегодня я снял очередное видео, и на этот раз я спрашивал у прохожих в Грозном, что их делает счастливыми. Так что смотрите и наслаждайтесь просмотром. Да, наслаждайтесь. Кстати, микрофон вообще ни на что не влияет. Он не подключен вообще для другой цели. Я его использую для кадра. В общем, смотрите. Можешь представиться, сказать тебе, сколько тебе лет и как зовут? Меня зовут Лёва, 41 год. Угу. А что тебя делает счастливым? Семья. Бигхан, 21. Бигхан, что тебя делает счастливым? Я знаю, что это вопрос слишком резкий, потому что надо подумать. Ну там две вещи. Деньги и девушки. Меня зовут Ибрагим, мне 21 год. Смотри, можешь немного подумать, но мне нужен ответ на вопрос, что тебя делает счастливым? Ага. То есть думать я тоже могу. Что меня делает счастливым? Да. Ну, как показывает практика, это, наверное, успехи. То есть когда я понимаю и чувствую, что я чего-то добиваюсь, что, ну, что-то в моей жизни меняется в хорошую сторону, это, наверное, и делает меня, в первую очередь, счастливым. И плюс, наверное, такое больше... Самое такое понятное понятие, ну, твои родные, близкие, друзья, там, братья, мама, вот. Вероятно, еще что-то есть. Наверное, да. Я же не могу все пересесть. Да. Ильяс, 26 лет. 26 лет. Ильяс, а перечисли вещи, которые тебя делают счастливым. Можешь немного задуматься. Ишь, ты наш самодов. И все. Кузак, я самодал, ты умный, да. Меня зовут Амина, мне 25 лет. Амина, скажи, что тебя делает счастливой? В первую очередь меня делает счастливой круассан с шоколадом. Ты и так были счастливы, ты, видимо, недавно поел. Не, пока. Даже мысли об этом меня делают счастливой. Также меня делает счастливой природа. Очень люблю природу. Люблю посиделки с друзьями и с семьей. Ну, в принципе, несложно меня сделать счастливой на самом деле. Я, по сути, счастливый человек. Это прекрасная вина. Сколько тебе лет? 16. 16? Да. Что тебя делает счастливым? Родня. Что? Близкие мне люди. Близкие люди. Что еще? Еда. Спорт. Все вроде. Свобода. Меня зовут Мансур, мне 27. Или 8. Я точно не помню. Что тебя делает счастливым, Мансур? Здоровье. Когда я просыпаюсь по утрам и чувствую себя здоровым, это делает меня счастливым. Действительно. И от чего еще там получаешь радость жизни, так скажем? Ну, от материальных вещей каких-то. Шучу. На самом деле банально все. Достаточно банально. Как я сказал, каждое утро меня делает счастливым. Это, может, будет звучать пафосно как-то, но, тем не менее, я радуюсь, я умею радоваться жизни, я радуюсь. И это жизнь делает меня счастливым. Меня зовут Мадина, и пару лет назад мне было 25. Понятно. Очень оригинально. Окей, Мадина, я сейчас тебя немного врасплох застал, но ты можешь сказать, что тебя делает счастливой? Меня делает счастливой отсутствие каких-либо болезней у меня и у моих любимых людей. И какое-то спокойствие, что ли, когда хорошая погода, ничего не случилось, и просто свободно дышится. То есть, получается, тебе многого не надо? Да, я почти всегда счастлива. Это прекрасно. Меня зовут Адам, мне 21 год. 21 год. Адам, что тебя делает счастливым, как думаешь? Это даже мягче, чем ты оказалась. Семья и деньги. Все. Может, есть еще какие-то вещи? Нет. Все.
Закри, 23. Скажи, что тебя делает счастливым? Меня? Да. Халду, ну... Подумай немного, я тебе даю время. В принципе... Да, в принципе, много что там. Перечисли несколько вещей. Еда, отсутствие проблем. Там... Что еще? Что еще может сейчас... Друзья, да, друзья. Семья. Какие-то моменты, вспомнишь какие-то моменты, которые себе делали. Ну, принесли радость в жизнь, так скажем. Ну, то, что я вот устроился на работу, в принципе, было радостной новостью там. В принципе, когда отец мой радовался, тоже было радостно. Да. Mm-hmm. Вот. И не знаю, что еще может быть. Людей встречать радостно. В принципе, случайно вот как тебя встретил. Интересно бывает. Я обычно один хожу, но неожиданно вижу знакомое лицо и радость на лице. В принципе. Я получила круассан! Прямо на месте! Я очень счастлива. Вот, а мне настало еще чуточку счастливее.